Сегодня мы познакомимся с удивительной сказкой нашего соотечественника Петра Павловича Ершова «Конёк-горбунок». Вот такая великолепно изданная книжка с иллюстрациями на каждой странице и начало, часть первая. За горами, за лесами, за широкими морями, не на небе, на земле, жил старик в одном селе. У крестьянина три сына, старший и умный был детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак. Братья сеяли пшеницу, довозили в град столицу, знать столица та была недалече от села. Там пшеницу продавали, деньги счетом принимали и с набитою сумой возвращались домой. В долгом времени, аль вскоре, приключилось им горе. Кто-то в поле стал ходить и пшеницу шевелить. Мужички такой печали отродясь и не видали, стали думать, догадать, как бы вора соглядать. Наконец себе смекнули, чтоб стоять на карауле, хлеб ночами поберечь, злого вора подстеречь. Вот как стал лишь смеркаться, начал старший брат сбираться, вынул вилы и топор и отправился в дозор. Ночь ненастная настала, на него боязнь напала, и со страхов наш мужик закопался под синяк. Ночь проходит, день приходит, с синяка дозорный сходит, и, облив себя водой, стал стучаться под избой. «Эй вы, сонные тетери, отпирайте брату двери, под дождем я весь промок с головы до самых ног». Братья двери отворили, караульщиков пустили, стали спрашивать его, не видал ли он чего. Караульщик помолился, вправо-влево поклонился и, прокашлявшись, сказал: «Всю я ноченьку не спал, на мое ж притом несчастье было страшное, ненастье, дождь вот так ливмя и лил, рубашонку всю смочил, уж куда, как было скучно. Впрочем, все благополучно». Похвалил его отец: «Ты, Данила, молодец, ты вот, так сказать, примерно сослужил мне службу верно, то есть, и будучи при всем, не ударил в грязь лицом». Стало сызнова смеркаться, средний брат пошел сбираться, взял и вилы, и топор, и отправился в дозор. Ночь холодная настала, дрожь на малого напала, зубы начали плясать, он ударился бежать и всю ночь ходил дозором у соседки под забором. Жутко было молодцу, но вот утро он к крыльцу: «Бессонни, что вы спите, брату двери отоприте? Ночью страшной был мороз, да животиков промерз». Братья двери отворили, караульщиков пустили, стали спрашивать его, не видал ли он чего. Караульщик повалился вправо, влево поклонился и сквозь зубы отвечал:
Всю я ноченьку не спал. Да к моей судьбе несчастной ночью холод был ужасный. До сердцов меня пробрал. Всю я ночку проскакал. Слишком было несподручно. Впрочем, все благополучно. И ему сказал отец: ты, Гаврила, молодец. Стало в третий раз смеркаться. Надо младшему сбираться. Он и усом не ведет. На печи в углу поет изо всей дурацкой мочи раз прекрасные вы очи. Братья, ну ему пенять, стали в поле погонять. Ну, коль долго не кричали, только голос потеряли. Он не с места. Наконец подошел к нему отец. Говорит ему: послушай, побегай в дозор, Ванюша. Я куплю тебе лубков, дам гороху и бобов. Тут Иван с печи слезает, малахай свой надевает, хлеб за пазуху кладет, караул держать идет. Ночь настала, месяц всходит, поле все Иван обходит, озираючись кругом, и садится под кустом. Звезды на небе считает, да краюшку уплетает. Вдруг о полночь конь заржал. Караульщик наш привстал, посмотрел под рукавицу и увидел кобылицу. Кобылица-то была вся, как зимний снег, бела, грива в землю золотая, в мелкие кольца завитая. Эхе-хе, так вот какой наш воришка. Но постой, я шутить ведь не умею, разом сяду те на шею. Вишь, какая саранча! И минуту у луча кобылицы подбегает, за волнистый хвост хватает и садится на хребет, только задом наперед. Кобылица молодая, очью бешено сверкая, змеем голову свела и пустилась, как стрела. Вьется кругом над полями, виснет пластью над рвами, мчится скоком по горам, ходит дыбом по лесам. Хочет силой, аль обманом, лишь бы справиться с Иваном. Но Иван и сам не прост, крепко держится за хвост. Наконец она устала. Ну, Иван ему сказала: коль умел ты усидеть, так тебе мной и владеть. Дай мне место для покоя, да ухаживай за мною. Сколько смыслишь, да смотри. По три утренней зари выпущай меня на волю погулять по чисту полю. По исходе же трех дней, да ухожу тебе коней. Да таких, каких поныне не бывало и в помине. Да еще рожу конька ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами, да с овшинными ушами. Двух коней, коль хошь, продай, но конька не отдавай. Ни за пояс, ни за шапку, ни за черную, слышь, бабку. На земле и под землей он, товарищ, будет твой. Он зимой тебя согреет, летом холодом обвеет. В голод хлебом угости, в жажду медом напоит. Я же снова выйду в поле силы пробовать на воле. Ладно, думает Иван. И в пастуший балаган кобылицу загоняет, дверь рогожей закрывает, и лишь только рассвело, отправляется в село.
напевая громко песню. Ходил молодец на пресню. Вот он всходит на крыльцо, вот хватает за кольцо, что из силы в дверь стучится, чуть что кровля не валится, и кричит на весь базар, словно сделался пожар. Братья Славок повскакали, заикаясь и вскричали: «Кто стучится сильно так?» «Это я, Иван Дурак». Братья двери отворили, дурака в избу впустили. И давай его ругать, как он смел их так пугать. А Иван наш, не снимая ни лаптей, ни малахай, отправляется на печь и ведет оттуда речь. Про ночное похождение всем ушам на удивление. «Всю я ноченьку не спал, звезды на небе считал. Месяц ровно тоже светил, я порядком не приметил. А вдруг приходит дьявол сам, с бородою Иисусом. Рожи словно как у кошки, а глаза что теплошки. Вот и стал тот черт скакать и зерно хвостом сбивать. Я шутить ведь не умею, и вскочи ему на шею. Уж таскал же он, таскал, чуть башки мне не сломал. Ну, и я ведь сам не промах, слышь, держал его как в жомах. Бился, бился мой хитрец, и взмолился наконец: не губи меня со света, целый год тебе за это обещаюсь смирно жить, православных не мутить. Я, слышь, слов-то не померил, да чертенку и поверил». Тут рассказчик замолчал, позевнул и задремал. Братья, сколько ни серчали, не смогли, захохотали над рассказом дурака, ухватившись за бока. Сам старик не мог сдержаться, чтоб до слез не посмеяться. Хоть смеяться так оно, старикам уж и грешно. Много времени, а мало с этой ночи пробежало, я про это ничего не слыхал ни от кого. Ну да что там, в том за дело, год ли, два ли пролетело, ведь за ними не бежать. Станем сказку продолжать. Ну так вот что, раз Данила, праздник, помнится, то было, натянувшись зельно пьян, затащился в балаган. Что ж он видит? Прекрасивых двух коней золотогривых, да игрушечку конька ростом ровно в три вершка, на спине с двумя горбами да с овшинными ушами. «Теперь-то я узнал, для чего здесь дурень спал», — говорит себе Данила. Чудо разом хмель позбило. Вот Данила в дом бежит и Гавриле говорит: «Посмотри, каких красивых двух коней золотогривых наш дурак себе достал, ты и слыхом не слыхал». И Данила да Гаврила, что в ногах их мочи было, по крапиве прямиком так и дуют босиком. Спотыкнувшись три раза, починивши оба глаза, потирая здесь и там, ходят братья к двум коням. Кони ржали и храпели, очи яхонтом горели, в мелкие кольца завитой хвост струился золотой, и алмазные копыта крупным жемчугом обиты. Любо дорого смотреть, лишь царю б на них сидеть. Братья так на них смотрели, что чуть-чуть не окривели. «Где он это их достал?» — старший среднему сказал. «Но давно уж речь ведется,
что лишь дурням клад дается. Ты ж хоть лоб себе разбей, так не выбьешь 2 рублей. Ну, Гаврила, в ту седмицу отведем-ка их в столицу. Там боярам продадим, деньги ровно поделим. А с деньжонками, сам знаешь, и попьешь, и погуляешь. Только хлопни по мешку, а благому дураку не достанет ведь догадки, где гостят его лошадки. Пусть их ищет там и сям. Ну, приятель, рукам. Братья разом согласились, обнялись, перекрестились и вернулись домой, говоря промеж собой, про коней и про пирушку, и про чудную зверушку. Время катит чередом, час за часом, день за днем, и на первую седмицу братья едут в град-столицу, чтоб товар там свой продать, и на пристани узнать, не пришли ли с кораблями немцы в город за холстами, и не идет ли царь-салтан бусурманить христиан. Вот иконам помолились, у отца благословились, взяли 2 коней толком и отправились тишком. Вечер к ночи пробирался, на ночлег Иван собрался. Вдоль по улице идет, ест краюшку да поет. Вот он поля достигает, руки в боки подпирает и с прискочкой, словно фан, боком входит в балаган. Все по-прежнему стояло, но коней как не бывало. Лишь игрушка горбунок у его вертелся ног, хлопал с радостью ушами, да приплясывал ногами. Как завоет тут Иван, опершися балаган, ой, вы кони буры сивы, добрый кони златогривы, я вас, други, не ласкал, да какой вас черт украл, чтоб пропасть ему с собаки, чтоб издохнуть в буераке, чтоб ему на том свету провалиться на мосту. Ой, вы кони буры сивы, добрый кони златогривы. Тут конек ему заржал, не тужи, Иван, сказал, велика беда, не спорю, но могу помочь, я горю. Ты на черта не клепли, братья коников свели. Ну да что болтать пустое, будь, Иванушка, в покое, на меня скорей садись, только знай себе, держись. Я хоть росту небольшого, да сменю коня другого. Как пущусь да побегу, так и беса настигу. Тут конек пред ним ложится, на конька Иван садится, уши в загребе берет, что есть мочушки ревет. Горбунок конек встряхнулся, встал на лапки, встрепенулся, хлопнул гривкой, захрапел и стрелою полетел. Только пыльными клубами вихрь вился под ногами, и в 2 мига, коль не в миг, наш Иван воров настиг. Братья, то есть, испугались, зачесались и замялись, и Иван им стал кричать: «Стыдно, братья, воровать! Хоть Иванова умнее, да Иван-то вас честнее! Он у вас коней не крал!» Старший корч тут сказал: «Эх, дорогой наш брат Иваша, что переться? Дело наш. Но возьми ж ты в расчет, некорыстный наш живут. Сколь пшеницы мы не сеем, чуть насущный хлеб имеем. Да оброков ли нам тут, а исправники дерут? Вот с такой большой печали мы с Гаврилой толковали всю наведнешнюю ночь, как бы горюшку помочь. Так и этак мы решили, наконец вот так вершили, чтоб продать твоих коньков хоть за 1000 рублев.
А в спасибо, мол, ведь, к слову, привезти тебе обнову. Красную шапку с позвонком, да сапожки с каблучком. Да к тому же старик не может, работать уже не может. А ведь надо жмыкать век. Сам ты умный человек. Ну, Колетка, так ступайте, говорит Иван. Продайте златогривых два коня. Да возьмите же меня. Братья больно покосились, да нельзя ж, согласились.